Итак, меня зовут Лидия Беляева, я эколог, занимаюсь экологическим просвещением и темой отходов и лесовосстановления, и курирую экологическую службу Вегмарта. Вместе с командой Вегмарта мы стараемся сделать это мероприятие максимально экологичным и дружественным природе. И я верю, что все экологические проблемы можно решить, начиная со своего собственного уровня, и все эти решения, они зависят от нас, и все в наших руках. Что сегодня будет на нашей встрече? Мы немножко поговорим про принципы экологичного быта. В целом, да, из чего это состоит. Рассмотрим практически на четырех сферах жизни с конкретными примерами, что можно делать для того, чтобы наша жизнь была экологичнее. И в конце у нас будет викторина с призами от компании GP. Это зарядные устройства, которые заряжают и аккумуляторы, и телефоны. Итак, тема экологичного быта, экологичный быт — это сама формулировка, которая появилась несколько лет назад, сейчас чаще звучит. Ответственное потребление, устойчивое потребление, но в целом это все синонимы одного и того же понятия, и вы можете встречать разные названия, но все это об одном и том же, о том, как жить экологично, как жить в гармонии с окружающей средой. И сегодня я хочу рассказать вам про законы экологии, которые были сформулированы экологом Барри Комонером в 20 веке. Они очень простые, очень короткие, но при этом отражают самую суть всего экологического знания, которое накоплено к нашему дню. Их всего 4, и они гласят о том, что все связано со всем. Все процессы, которые происходят в природе, влияют один на другой. Все наши действия имеют какое-то последствие. Все должно куда-то деваться. Нельзя просто выбросить, например, да, отходы в природу, и оно как-то вот магическим образом исчезнет. Нет, есть процесс, который переводит одно вещество в другое, либо, наоборот, не переводит, но вот это вот само явление перехода, да, одного вещи из одной стадии в другую, одного вещества в другое, оно должно происходить. То есть все куда-то должно деваться, не исчезает бесследно. Природа знает лучше, очень мудро и гармонично устроена, и люди, как бы мы ни старались все максимально изучить, но все равно до конца все механизмы того, как существуют экологические системы, как там все взаимосвязано, нам пока еще нельзя открыть, нельзя это все воспроизвести в искусственной системе. И ничто не дается даром или за все надо платить, о том, что опять же, все, что происходит да, в окружающей среде, все, что появляется, оно сопровождается тем, что где-то что-то убывает. Даже когда растут деревья в лесу, да, они забирают питательные вещества из почвы, и ее состав тоже начинает меняться. И поэтому должен существовать, собственно, круговорот веществ, который будет поддерживать все в балансе. И сегодня мы остановимся на первом законе о том, что все связано со всем, а значит, каждое наше действие имеет какое-то последствие для нас самих и для окружающей среды, для планеты в целом. При этом действия могут быть разными, как маленькими, например, помыть посуду. То, что мы выбираем для мытья посуды, какое средство, какие вещества у него в составе, какая упаковка этой бутылки и что с ней потом будет дальше, оно влияет в итоге на состояние окружающей среды. И чуть позже мы на одном конкретном примере прям детально разберем пошагово, как это влияние происходит. Так и на больших действиях, таких как построить новый завод, например. Мы тоже выбираем, а что это будет за предприятие, по какой технологии оно будет работать, будут ли у него очистные сооружения, и будут ли эти очистные сооружения эффективно и качественно все очищать, и какое влияние окажет этот завод на окружающую среду. Действия разного уровня, но и то, и другое имеет свое какое-то влияние на природу. У разных действий существуют разные последствия, разные воздействия на природу, на окружающую среду. И они могут быть как масштабного уровня,
да, картинки вверху, так и локального, который зависит от одного человека или небольшой группы людей. В прошлом году мы могли с вами наблюдать на глобальном уровне такую связь между активностью в целом людей и производств, и нашей транспортной активности, сколько машин на дорогах ездит, сколько выбросов происходит, и увидеть, что произойдет с окружающей средой, если вдруг это раз и выключить. И вот такое выключение нашего воздействия на окружающую среду произошло во время пандемии, во время карантина, когда предприятия приостановили свою деятельность, когда значительно меньше стало машин на дорогах. И вот эта картинка показывает в сравнении, да, январь и февраль 2020 года в Китае уровень выбросов оксидов азота, одних из загрязняющих веществ воздуха, какой он в обычном состоянии и какой он стал, если все производство встало на паузу. Да, воздействие снижается, но мы понимаем, что это временная ситуация, и постоянно такого уровня низких выбросов достичь достаточно сложно, но тоже можно к этому двигаться. Еще один из примеров такого негативного масштабного воздействия — это разлив топлива в Норильске, который случился в прошлом году, когда огромное количество этого топлива пролилось в реку, и большая территория и реки, и земли была загрязнена. Да, и на снимках тоже это все видно. Река, которая стала практически безжизненной. Да? И это такой, скажем так, глобальный уровень, но есть уровень воздействия и на уровне одного человека, когда семья решила высаживать деревья, это Бразилия, деревья вокруг своего участка, вокруг своего дома на безжизненной практически территории. И постепенно за несколько лет, высаживаешь саженцы, да, получилось восстановить лес, а за восстановлением, за ростом деревьев на эту территорию стали возвращаться птицы, животные, и здесь сформировалась настоящая живая экологическая система полноценная. Ну и воздействие вот такого рода, как лесные свалки, природные свалки, это то, что можно встречать рядом с населенными пунктами, деревнями, поселками или на каких-то природных территориях, которые красивые, куда мы приезжаем отдыхать, но при этом не все увозят свои отходы с собой. И это то, что в рамках нашего воздействия мы можем выбирать, оставлять это в природе или забирать с собой. Если это все остается в лесу, то, конечно, ничего хорошего для леса не происходит при этом. Пойдем дальше. Ой. И есть разные уровни принятия решений, разные уровни выбора, да, как мы действуем по отношению к природе или что мы выбираем делать, чтобы природе было лучше, например. И уровни есть глобальный, есть на уровне страны, на уровне производства, домохозяйства и наш личный уровень. Может показаться, что большие изменения, они только за теми решениями, которые принимаются на глобальном уровне, на уровне ООН, например, да, или на государственном уровне. И есть такие программы по сохранению окружающей среды или нормы, декларации, законы, которые действуют, и они, да, дают большой эффект сразу на большую территорию. Но вот это глобальное воздействие складывается в том числе и из нашего личного отношения, того, как мы к какому-то правилу относимся, или как мы относимся вообще к окружающему пространству, которое рядом с нами в городе или на природе. И вот этот уровень, он самый доступный, с одной стороны, да, кажется, и вроде бы самый легкий. Берешь и пробуешь для себя какие-то новые правила и новые привычки. Но не тут-то было. Когда речь заходит про то, чтобы встраивать
экологичный образ жизни в свою жизнь и учиться экологичным привычкам, то здесь мы можем обнаружить такую борьбу внутри о том, что тяжело привыкать к чему-то новому, например. Или, может быть, где-то в чем-то не хватает информации, не хватает знаний, и мы что-то делаем, не понимая, к чему это может привести. Или мы можем знать, но как-то лень пробовать новое. Или, может быть, кажется, что ну вот я один, если я один буду использовать натуральные средства для мытья посуды, ну что это изменит? Ну, чуть-чуть меньше станет загрязнения. Ну а как же вот мир-то он большой? Но на самом деле от каждого зависит общий эффект, общий результат. И для того, чтобы вот этот выбор внутри, а как поступить сейчас, принять более экологичное решение или отложить его, да, этот выбор на потом, для этого важно получать информацию, разбираться, потому что исследование мира, да, оно с каждым годом меняется, и новые знания появляются, в том числе в области экологии, в области экологичного образа жизни, но есть определенные принципы, по которым можно выстраивать свою личную жизнь так, чтобы природе было лучше. И один из моментов, который я сейчас хочу рассказать, связан с историей вещей или с жизненным циклом каждой вещи. У каждого предмета, будь то яблоко или автомобиль, компьютер, что угодно, есть своя история от момента появления тех ресурсов, которые были взяты из природы для его создания. Производство материалов на заводе, сборки самой вещи, либо, если это продукты, да, их выращивание, может быть, в теплицах, поступление в магазин и потом из магазина к нам домой. И дальше, после использования, эти вещи, по крайней мере, раньше чаще всего попадают на свалку. И получается, что мы берем у природы ресурсы, обрабатываем их как-то, да, получаем какие-то товары и просто выбрасываем. А на свалке, замечу, создаются такие условия, при которых разложение веществ не происходит. И просто все, что туда попадает, складируется в одном месте, в верхних частях мусор начинает выделять разные токсичные вещества, воздух и воду. А то, что попадает в глубине, да, постепенно как бы спускается вглубь свалки, оно оказывается в таких условиях, где вообще никакие процессы не происходят. И там такая вот мумификация происходит, и все это хранится десятилетиями, и через там, 50 лет можно раскопать эту старинную древнюю свалку, и окажется, что там все в таком же состоянии, как и 50 лет назад. Как положили, так и лежит. Но при этом количество отходов увеличивается, да, потому что растет потребление, растет производство товаров, и свалки становятся все больше и больше и больше. А поскольку там ничего не происходит, то, соответственно, больше территории занимается, больше земли уходит под это. А что можно делать с этой линейной историей? Было бы здорово ее замыкать так, чтобы из линейного потребления мы получали цикличную экономику, тот круговорот, который существует в природе, могли бы возобновить в нашей жизни. Когда ресурсы были взяты, да, отправились на завод, из них что-то сделали, потом это пришло в магазин, из магазина к нам домой, дома мы это пользовались долго, потому что вещи качественные, если они сломались, мы их отремонтировали, и вот когда уже совсем все вышло из строя, то отдали на переработку. И то, что мы отдаем на переработку, вторичное сырье, оно становится теми ресурсами для производства новых вещей. И получается, что в этом случае мы можем меньше ресурсов брать из окружающей среды, из природы первичных, и меньше отходов попадает на свалку. Ну, соответственно, меньше загрязняющих веществ. Это принцип циклической экономики, сами кадры взяты из короткого фильма «История вещей» Ани Леонард. Очень интересно и доступно подробно рассказывает, советую его посмотреть. Итак, про принципы экологичного быта. Очень мелко мне написано здесь, я сейчас озвучу. Что можно делать для того, чтобы наша жизнь встраивалась вот в эту цикличную
цикличное производство. Во-первых, покупать только то, что нам действительно нужно. Выбирать качественные товары, которые будут долго служить. И использовать многоразовые вещи там, где это возможно, и выбирать те, которые будут безопасны при эксплуатации и для нас, и для окружающей среды, и при производстве безопасны, естественно. А те вещи, которые можно отремонтировать, да, в случае какой-то поломки, и тем самым продлить их жизненный цикл, чтобы, если что-то с ней случилось, мы это могли не выбрасывать, а сначала отремонтировать. Делиться вещами, то, что нам уже стало ненужным, но оно в хорошем состоянии, можно отдать кому-то, и для этого есть много сервисов и онлайн, и живые встречи, да, которые называются фримаркеты, свопы, где можно обмениваться и одеждой, и книгами, и растениями комнатными, и чем только еще. Выбирать вещи, которые сделаны из переработанных материалов. Это касается и из переработанных или из перерабатываемых материалов. Те, которые можно сдать на переработку, или те, которые сделаны уже из вторичного сырья. И, конечно, то, что можно переработать, если эта вещь уже вы ее хорошо использовали долго, да, попробовали ей найти какое-то новое предназначение, новый функционал дать, когда она вышла из своего первого назначения, то тогда сдать это все на переработку, как вторсырье, или на компостирование, пищевые и компостируемые отходы. И это все в общем, в целом, и эти принципы можно применять к разным вообще сферам в нашей жизни. Сейчас мы потренируемся это делать на некоторых из них. А прежде чем перейдем, приведу пример с пунктом про многоразовое использование. Использовать многоразовое можно, многоразовую кружку, например, вместо одноразовых стаканчиков брать с собой на Вегмарт свою кружку, свою тарелку и не использовать одноразовую посуду, которая выдается. Можно брать многоразовую бутылку с собой с водой и не покупать бутилированную воду в магазинах, да, чтобы не образовывать лишние пластиковые отходы. Можно использовать многоразовые сумки для того, чтобы ходить с ними в магазин и не брать пакеты на кассе пластиковые, которые, конечно же, можно найти место, куда их можно сдать в переработку, но, тем не менее, производится их очень большое количество, а на переработку попадает крайне маленькая, которая несопоставима с тем, которая попадает на свалки, да. Также можно использовать многоразовые аккумуляторы или по-другому перезаряжаемые батарейки вместо одноразовых батареек. Аккумуляторы выглядят, ну, собственно, они вот так же и выглядят, да, внешне батарейка, аккумулятор похожи, но батарейка действует один раз, вы ее используете, пока она не разрядилась, аккумуляторы можно перезаряжать. И вот эта перезаряжаемость, она делает этот предмет, этот источник тока многоразовым. И позволяет, один аккумулятор позволяет сэкономить до 500 батареек одноразовых. И таким образом сокращает количество отходов, которые образуются. Батарейка относится к таким особо опасным отходам, хотя она образуется у нас дома, но внутри из-за своего состава тяжелых металлов, благодаря которым она и работает, собственно, она оказывает вредное воздействие на природу. Эти металлы, попадая в окружающую среду, начинают отравлять и воду, и землю. И было посчитано, что одна вот такая маленькая батарейка, когда она попадает на свалку или попадает в природу, где-то в лесу ее бросили, оставили, забыли, она разрушается, содержимое, да, у нее начинает выходить в окружающее пространство, растворяться куда-нибудь, идти с током воды, и одна батарейка может загрязнить площадь до 20 метров квадратных земли или до 400 литров воды. Да, 400 литров воды — это почти 3 ванны, наверное, полных, как-то так, или 2. Ну, то есть вот она вроде бы маленькая, казалось бы, да, но при этом такая активная. И
замена одноразовых батареек на многоразовые, на перезаряжаемые, позволяет сократить это негативное воздействие. Когда аккумулятор выходит из строя, либо когда батарейка выходит из строя, ее можно сдать в переработку в Москве. Это можно сделать в магазинах «Вкусвилл», например. Так, у меня все падает. И потом эта батарейка попадает на завод по переработке «Мегаполис Ресурс», который находится в Челябинске. И вот такие продукты, я оставлю книжечку, ее потом можно будет посмотреть, вот такие продукты получаются из переработки. Здесь цинк, марганец, железо. И дальше это идет уже на следующие заводы, и из них, да, делаются какие-то новые вещи, они участвуют дальше в своих процессах. Можно я тебе дам? Вот. Мы идем дальше и уже смотрим конкретно по сферам жизни. Я сейчас не буду рассказывать о том, что важно экономить электричество и выключать свет там, он, где он горит, а вы в этой комнате не находитесь, да? Или закрывать воду в кране, когда он там льется много слишком, или чинить кран, если он капает. Это те правила, которые, мне кажется, звучат достаточно часто, не только в теме экологии, но и вообще в теме сбережения ресурсов и какого-то рачительного ведения хозяйства. Сегодня мы будем говорить, то есть это все тоже важно, чтобы было в нашей жизни, и что еще мы можем сделать, кроме этого. Домашнее рабочее место. В прошлом году многие переходили на удаленный режим работы, у кого-то он сохранился до сих пор, у кого-то, в принципе, есть место, где мы дома работаем, занимаемся чем-нибудь. И его тоже можно сделать более экологичным. Например, расположить это место так, чтобы там было максимально долгое естественное освещение. Например, поставить рабочий стол у стола, потому что, когда мы используем естественное освещение, нет необходимости включать лампы электрические, да, меньше расход электроэнергии. Когда мы используем освещение, выбираем лампы для своего освещения, лучше останавливаться на выборе светодиодных ламп, которые эффективнее и более безопасны, чем, например, ртутные лампы. И использовать локальное освещение, это настольные лампы, которые могут осветить поверхность рабочего стола, и при этом можно не включать, например, верхний свет или не делать его сильно ярким. И это, опять же, сокращает использование электроэнергии. Использовать для работы ту технику, которая вам нужна, чтобы она у вас была востребована и не хранилась, не пылилась, да, где-то просто так, в рабочем состоянии и энергоэффективная, та, которая за меньшее количество энергии может выдавать больший результат. Есть у электротехники специальная маркировка Energy Star, которая показывает о том, что вот этот там компьютер, например, или это какая-то техника, она является энергоэффективной. И вот здесь такой черный на черном написаны пункты про бумагу. Хотя казалось бы, что сейчас очень сильно развита электронная коммуникация, но при этом печать бумаги все равно идет такими нарастающими темпами, и бумаги тратится достаточно много. Поэтому когда вам нужно что-то распечатать, то здорово спросить себя, действительно мне это надо, или, может быть, я могу без этого обойтись. Можно использовать для печати оборотные листы, да, это те листочки, где уже с одной стороны что-то напечатано, вот использовать оставшуюся чистую сторону. Использовать двухстороннюю печать по возможности и использовать бумагу, которая сделана из вторичного сырья, либо из сертифицированных лесов, которые после вырубки восстанавливают леса, и ответственное лесопользование происходит. И сейчас мы посмотрим, что происходит, какое действие оказывается для природы, если мы берем и экономно используем бумагу, сделанную из вторсырья, например, и уже исписанную бумагу сдаем в макулатуру. Какая от этого польза для мира, скажем так? Итак, меньше нужно добывать природных ресурсов, да, и это касается и деревьев, и воды, и природных ресурсов, которые
да, полезных ископаемых для получения электроэнергии, потому что производство бумаги — это не только деревья для бумаги, но еще и большое количество воды и электричества. Если мы добываем меньше природных ресурсов, да, меньше энергии нужно для них, меньше, соответственно, топлива мы добываем и получаем, и больше сохраняется лесов. Все вместе это приводит к тому, что в воздух попадает меньшее количество углекислого газа и меньше его накапливается в окружающем, в атмосфере. Таким образом, концентрация парниковых газов, благодаря которым у нас и, с одной стороны, температура поддерживается на Земле, самая оптимальная для жизни, а с другой стороны, когда этих газов становится слишком много, то температура начинает расти, увеличиваться, из-за этого меняется климат. А если мы бережно используем бумагу, то способствуем тому, что климат в итоге стабилизируется, не так резко меняется. И это все потому, что мы сдали бумагу в переработку, например, или взяли бумагу из вторсырья, или используем черновики для печати. Итак, каждое наше действие можно разложить по шагам и дойти до влияния на глобальную экологическую систему. Следующая наша зона — это кухня. Кухня и еда — что можно сделать экологичного здесь? Если вы используете доставку еды, скажите, пользуется ли кто-то сервисом доставки еды? Вы пользуетесь? Один раз. Хорошо. Доставка еды увеличилась в прошлом году, да, опять же, в связи с нашими глобальными событиями. И если мы все-таки ее используем, то здорово выбирать те сервисы, которые находятся рядом с нашим домом, потому что меньшее расстояние будет преодолевать еда от кафе до дома. Использовать доставку с минимальным количеством упаковки, либо проверять, чтобы упаковка была перерабатываема, чтобы ее можно было потом сдать на переработку. Например, сервис кухни на районе использует перерабатываемую упаковку, и у них можно, как бы, да, после эту упаковку сдавать в переработку. Продукты. Покупаем столько, сколько нам нужно, делаем списки, готовимся к покупкам, планируем меню на неделю, чтобы купить именно то, что будет востребовано. Все доедаем, да, не оставляем, и покупаем те порции, скажем так, которые в вашем доме, в вашей семье уйдут. Если вы живете один, то, может быть, лучше выбирать маленькие баночки продуктов, да, чтобы они не портились и съедались вовремя. А для большой семьи можно, наоборот, брать какие-то емкости побольше. И то, что касается посуды и различные утвари, поскольку это тоже вещи, которые производятся, для которых затрачиваются природные ресурсы, то можно и полезно пересмотреть свое отношение к ним, взгляд на них. Может быть, не нужно 10 кастрюль, хватит 2. Или если вы живете вдвоем, может быть, там, большое количество тарелок тоже, да, нет в нем нужды. Или в каких-то разных таких особых приспособлениях кухонных каких-нибудь бывают особенные ножи для чего-нибудь, или там ложки для чего-нибудь, или какие-нибудь маленькие терки, ступки, еще что-то. Пересмотреть, действительно ли вы этим пользуетесь, если нет, то отдать. И в целом можно упростить, да, свой инвентарь на кухне, и это тоже сократит количество природных ресурсов, которые уйдут на производство этих вещей. Момент про то, что сделать с едой, которая осталась. Для кафе и ресторанов есть сервис «Спаси еду», в котором можно, да, это работает через приложение, где кафе и рестораны выставляют еду с большой скидкой, так, у которой заканчивается, то есть это свежеприготовленная еда, и вот, да, сегодня, чтобы она не оставалась, не выбрасывалась, можно им воспользоваться. Есть движение «Фудшеринг», которое действует и для кафе, и для людей. Передача
той еды, которая приготовлена в большом количестве, тоже осталась, и чтобы ее не выбрасывать, а поделиться с кем-то. Еду, которую мы приготовили дома, ну, нечаянно сварили, например, 5 литров борща, и как-то вот за один раз не съели. И за 2 дня тоже, понимаете, что не справитесь. Можно замораживать продукты в морозильнике, а еще можно дегустировать еду перед покупкой. Это тоже способствует не покупке лишнего, да, лишних продуктов. И в этом смысле Вегмарт, как такая ярмарка, где можно попробовать разные виды продуктов и сначала понять, надо вам это или нет, и потом уже принять решение о покупке и купить то, что вы действительно будете есть, и, а не то, что будет храниться в холодильнике месяцами, потому что не понравилось. Следующий блок про электронную коммуникацию. Вот, казалось бы, электронная коммуникация, наши сообщения, соцсети, электронные письма, вроде бы это такое все неосязаемое. Какие природные ресурсы на это могут потратиться? Но оказывается, что для того, чтобы обеспечить нашу электронную коммуникацию, природные ресурсы затрачиваются, и их количество постепенно растет. Да, для того, чтобы все электронные сервисы, сайты, почты, соцсети и так далее работали, должны работать сервисы и большие дата-центры, которые потребляют электроэнергию, потребляют воду для своего охлаждения. И было подсчитано, что один запрос в поисковике, когда мы что-то ищем, да, в Гугле, в Яндексе вводим, эквивалентен выбросу 7 граммов углекислого газа. Это маленькое количество, вроде бы как кружку чая мы разогрели, поставили, выпили, вроде бы небольшое. Но при этом каждую минуту 4 миллиона запросов в мире происходит в поисковиках, и, соответственно, можно пересчитать, да, сколько, какое количество выбросов происходит. И сейчас, если не ошибаюсь, 2% тех выбросов, которые вообще есть, они приходят как раз на дата-центры, те, которые обеспечивают существование электронной коммуникации. И что можно сделать, чтобы в этой сфере, да, быть чуть более гармоничным с природой? Во-первых, пересмотреть те файлы, которые вы храните в облачных хранилищах, либо письма на своей почте, и оставить только то, что вам нужно. Потому что хранение информации — это расход электроэнергии, это ресурсы природные. Пересмотреть рассылки в почте, да, отказаться от лишних писем, которые вы не читаете, которые, может быть, просто приходят к вам и сразу уходят в корзину, и устраивать себе Digital Detox, день без телефона, без компьютера, без интернета. Это полезно и для природы с точки зрения расхода природных ресурсов, и для нас с вами, для нашего эмоционального здоровья и состояния. И немножко о подарках. Как мы их выбираем и что дарим. Кроме того, чтобы дарить какие-то материальные вещи и предметы, можно дарить в подарок эмоции и впечатления. Свое время, которое мы проводим вместе, вместе с друзьями, вместе с нашей семьей. Куда-то вместе пойти, отправиться. Можно подарить положительное влияние на окружающую среду. Так вот долго оно сложно, может быть, звучит, но это различные сертификаты на посадки деревьев, на поддержание работы природоохранных организаций, на охрану, может быть, какого-то конкретного вида животных, там амурского тигра вы хотите поддержать. И вот дарите другу сертификат на то, чтобы этот вид животных охранялся, изучался, поддерживался и так далее. Скажи, пожалуйста, сколько времени? 41 минута? И сейчас мы переходим к нашей части с викториной, с вопросами. И я напомню, что в качестве подарков у нас... Вот он. Зарядные устройства. Зарядные устройства от компании GP,
Три в одном. Они могут заряжать аккумуляторы, те самые многоразовые батарейки, про которые я рассказывала, и работать как зарядка для телефона. И заряжать батарейки, заряжать телефон. Вот таких у нас есть три прибора. И сейчас, когда будут звучать вопросы за каждый правильный ответ, я буду давать жетончик. И у кого больше будет жетончиков? В общем, все просто. Готовы? Угу. Вопрос первый. Как звучит один из законов экологии? Да. Ага, все связано со всем. Да. Можно я тебя попрошу помочь? Спасибо. Все связано со всем? Да, один из законов Баррика Монера. Ну, любить все живое мне тоже нравится, как принцип. Угу. Из остатков каких продуктов можно приготовить новое блюдо? Угу. Мы говорили, что важно, чтобы меньше образовывалось пищевых отходов на выброс. Да. А, банан. Из банана можно, да, можно положить его в кашу. Сейчас, сейчас, секундочку. А, есть ли у нас еще какие-нибудь варианты ответов? Капустная кочерыжка. Из капустной кочерыжки тоже, да, можно приготовить блюдо, да, пожалуйста. Остатки овсяной каши, да, из них делают разные, поджаривают. Угу. Картофельная кожура и картофельную кожуру тоже можно использовать, из нее делают такие, например, чипсы, да, засушивают в духовке. Можно дать всем ответившим. То есть из всего, что здесь написано, можно приготовить новое блюдо. И есть даже рестораны, у которых отдельное меню, дополнительное, где они готовят из вот, капустных кочерыжек какие-нибудь блюда и подают их так вот с особенной, скажем так, подачей. Идем дальше. Главное не нажать сразу на ответ. Так, вот, ага. Сколько деревьев нужно для производства одной тонны бумаги? Вот та самая первичная бумага, да. Третий, 50-70. 10-17. 10-12. 1-2. Ага, да. Первый 1-2. Четвертый 100-120. Четвертый. А 10-17. Да, у нас здесь был 10-12 ответ. А деревья, они, естественно, разные по толщине, по высоте, по объему. Но вот примерно такое количество нужно для производства бумаги. Может быть, покажется, что мало, да? Ну, всего 10 деревьев взял, тонну бумаги, у нас сколько лесов, вся страна в лесах. Но на самом деле не все так просто. Мы как-нибудь можем отдельно поговорить про то, сколько у нас лесов, в каком они состоянии, и нужно ли просто так расходовать бумагу, или надо все-таки ее экономить. Угу. 10-17. Ух, дегустация на Вегмарте, да, которая способствует снижению пищевых отходов, в том числе, происходит деревянными палочками или деревянными зубочистками, или ложками. Вот для чего это было сделано. Да, пожалуйста. Все четыре варианта. Угу. Так, Вот сначала девушка, потом вы. Третий. Могут разлагаться в природе. Угу. Тоже третий. Могут разлагаться в природе. В принципе, не поспоришь, что они все имеют отношение к тому, к правде, но вот велись они, то есть это не случайно, что здесь все деревянное, это прям специальное правило, которым следуют все участники. Третий, самый главный, но если мы просто... это уже будет подсказка тогда. Натуральный материал. Ну, натуральный материал и что? Ну, то есть мы такие, ну, как бы
классно было бы, чтобы одноразовые ложки были из натурального материала. Оно как-то так по-природному выглядит. Как-то так хорошо. Вот это правило, которое ввелось специально, чтобы снизить экологический след Вегмарта. Четвертый. Ура! Да, четвертое. Можно сдать на компостирование. Действительно, деревянное может разлагаться в природе. Но для того, чтобы оно разложилось в природе, оно в эту природу должно попасть. Вряд ли вы забираете продегустированную ложку с собой и потом где-то там в лесочке ее прикапываете. Да? Как бы, если ее выбросить просто в обычный мусор, то она попадет на свалку, а мы уже знаем, что на свалке ничего не происходит с отходами. Даже с теми, которые в природе могут разлагаться, потому что свалка — это не природные условия. А вот для того, чтобы разложение все-таки произошло, ее надо собрать отдельно и отправить на компостирование. И вы можете обратить внимание, пойдете после лекции гулять по Вегмарту, увидите, что на точках, в которых есть дегустация, стоят маленькие ведерочки, микроурны для сбора палочек. Это для того, чтобы их собрать отдельно и передать на компостирование. Жетончики получили, да, кто ответил? Угу. Хорошо, идем дальше. Сколько батареек может заменить один аккумулятор? Это прям такие вопросы сейчас будут на внимательность. 500 вариант. Первый 14, да. Четвертый 500, ага. 100. Есть еще... Рита, у нас есть два ответивших про 500. 500 батареек может заменить один аккумулятор. 500 циклов зарядки может пройти. Да, и вот сюда еще, пожалуйста. Рита, Рита, еще вот сюда. Да. 500. Сколько чистой воды можно сэкономить, используя аккумуляторы вместо батареек? 400 вариант ответа. 400. 350. Хорошо, два варианта у нас есть. 400. 400 литров. Да, да. С водой разобрались. А сколько? Ну, почти. 400. А сколько земли останется чистой? И здесь она куби. Угу. 20. И здесь тоже вариант был 20. И вы тоже успели сказать 20. Рита запомнила? А, вы руку поднимали. Вы тоже думали, что 20? Хорошо, можно дать. Идем дальше. А аккумуляторы отличаются тем, что даже если их вот только что произвели, он поступил в магазин, но сразу его не купили. Он лежит в этом магазине. И что происходит с его зарядом после 2 лет хранения? Да. А, говорите вслух. 50, 10, 20, 80, 80. Угу. Усовершенствованная технология современных аккумуляторов позволяет сохранять 80% первоначального заряда. Да, получите, пожалуйста, жетончик. И этим продлевать свою службу. Угу. Так, и у нас остались суперзадания. Будет 2 картинки. Я думаю, что они окажутся достаточно мелкими. Кому будет не видно, можно будет вот подойти сюда поближе и посмотреть. Я как-то не забыла, что маленький экран. А вот здесь одна половинка кухни и другая половинка кухни. И они, в общем-то, очень похожи между собой, но у них есть такие некоторые пункты, которые делают кухню более экологичной. Вот здесь, подскажу, более экологичный вариант, но здесь чуть менее. Я прошу поднять руку и назвать какое-нибудь отличие, и, может быть, даже сказать, почему. Да. Пластик есть, а здесь нету. А что в пластиковое? Бутылка пластиковая.
Ага, ага, да. Рита, нужно будет твое внимание. Пластиковая бутылка, контейнеры для раздельного сбора есть и нет. Пожалуйста. Да, в посудомоечную машину мы закладываем не по одной тарелке, а много, и именно в этом случае она будет эффективной. Да. Да, здесь я даже смею предположить, что это многоразовая сумка. Вот, но да, многоразовая сумка более экологична. А, вы говорили про пакет. Ну, мы вам зачитаем бутылку, вам пакет. Ты успеваешь раздавать жетончики? А, возьми, пожалуйста, ну что, вот, от листочка бумаги можно оторвать полосочки и раздавать их. Растительные продукты питания, которые требуют меньше ресурсов на свое производство. Загибайте пальцы, пока к вам жетончик придет. Хорошо, все? Да. Сейчас, секунду, мы послушаем девушку. Ага. Да, кастрюля, да, с одной стороны закрыта крышкой, вы про это же, да? А с другой открыта и много выкипает. Рита, вот так вот так. Хорошо, и есть еще продолжение, сейчас, продолжение этой квартиры, другие ее зоны. Здесь давайте найдем три отличия и на этом закончим, да. Ага. Да, лампа, мы говорили, что локальное освещение, оно снижает электропотребление. Да, ванна и душ. При душе мы меньше тратим воды. Так, да, под компьютером стоит контейнер, и если это рабочее место, скорее всего, туда собирается бумага, прям там, где она произведена. Да. Раковина, да, включена вода, и при этом никто ей не пользуется, и выключена, когда ей никто не пользуется. Да, экономия воды. Три пункта мы назвали. Еще один. Да, зарядные устройства вынимаем из розетки, когда уже зарядили сам прибор, потому что они тоже немножко используют электроэнергии. Ага, да, стол и стол, да, одноразовая бутылка, многоразовая бутылка. Отлично. Ну что ж, мы можем подвести итоги, посчитать свои жетончики, баллы, бумажечки, загнутые пальцы и сказать, сколько у вас правильных ответов получается. Я, конечно, предполагаю, кто тут самый активный. 6. А мне кажется, вам не додали, еще 2 у вас было. 6, 8. 8 давайте будем считать, пока к вам жетончик не дошел. Угу. Ну что? Я смотрю, там идут такие горячие обсуждения по подсчету жетончиков. А? Еще можно сказать, пока да, пока считают. Вот это вот. Да, включена лампа, здесь она выключена, да, потому что день. И света как бы достаточно из окна, можно не включать. Хотя в Москве иногда такие дни пасмурные, что даже с открытыми шторами темно. Посчитали? 11. А у вас сколько? Угу. Пока вы досчитываете... Да. Все? Да.
Да, еще мы можем выключать экран монитора, когда отходим от компьютера, да, чтобы он не горел. Есть обычно на ноутбуках, на компьютерах такая кнопка, которая гасит экран, и, соответственно, тоже меньше электроэнергии используется. Ну что ж, скажите, сложные ли правила? Да, и белье, так же, как с посудомоечной машиной, да, мы загружаем машину стиральную полностью, чтобы она работала не по одной вещичке стирала, да, все сразу. И расход ресурсов был бы меньше. Хотя, да, иногда это сложно сделать, пока вот отсортируешь это белье, накопишь определенного там цвета. А, скажите, вот было ли что-то новое для вас сегодня? Ага. А, практикуете ли вы что-то из того, что сегодня звучало? Угу. Я вам хочу пожелать в продолжении этой практики или в том, чтобы внедрять новые эко-привычки в свою жизнь, быть добрее к себе и к окружающим, потому что, может быть, получаться будет не сразу, и понадобится время для того, чтобы привыкнуть, например, разделять отходы или привыкнуть выключать кран, когда чистите зубы. Но постепенно получится, и постепенно вам будет интересно пробовать что-то новое, узнавать что-то новое, как можно еще, и постепенно то, что, может быть, казалось сначала сложным, станет простым. И поэтому давайте себе время, и давайте время окружающим, друзьям, семье тоже привыкать к экологичному образу жизни. Здесь есть контакты, по которым можно будет со мной связаться и задать какой-то вопрос или что-то узнать, особенно про экологичность на Вегмарте. А сейчас я готова вручить нашим победителям викторины подарочки. Где моя Рита? Вот. Вручаем зарядное устройство. Держи. Еще два. Да, у нас три победителя. Да, вот, вот и вот. Большое спасибо, что вы были, что вы послушали. И, пожалуйста, внедряйте экологичные привычки в жизнь. Это легко, интересно и приятно. И пусть это будет частью вашей жизни, когда вы даже не замечаете, что делаете, а при этом делайте полезный продукт. Большое спасибо.